Ну а сейчас о главных темах выпуска более подробно. В районе продолжаются расширенные сессии советов сельских поселений, на которых главы отчитываются о своей работе и работе администрации, проделанной за минувший год. Очередная прошла в Бжедуховском сельском поселении. Недавно избранный глава Дмитрий Белов доложил о том, что сделано в 2014 году и о планах на 2015. Один из основных показателей – демографический, характеризующий развитие территории, пока в Бжедуховской не самый лучший. На протяжении нескольких лет у нас происходил отток трудоспособного молодого населения по многим причинам, в связи с тем, что не было работы. На данном этапе у нас идет развитие многих предприятий. Я думаю, в ближайшие годы ситуация изменится. В том, что ситуация изменится, есть все предпосылки. На сегодня созданные в Бжедуховском поселении новые рабочие места превышают даже внутренние резервы поселения. Станица известная, казачья. Традиции есть, поэтому другого варианта нет, как возрождать через увеличение численности населения. Нужно выделять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, находить средства на проектирование инженерных сетей, строить инженерные сети, и сюда поедут дееспособные нормальные люди. Само по себе Бжедуховское поселение уникально расположено. Не мне вам рассказывать. Красивая природа, нормальная экология. Здесь можно жить, рожать детей, можно здесь работать. Такой можно создать хороший спальный район с возможностью работать, не выезжая за пределы поселения. Но говоря о привлечении инвестиций, организации новых предприятий, создании рабочих мест, развитии личных пособных и крестьянско-фермерских хозяйств, нельзя забывать о первоочередном – об одежке, по которой встречают. Не сорите, не давайте сорить кому-то, и у нас будет и в душе радостней, и мы будем более привлекательны, будем гордиться и собой, и своей станицей. И это привлечет инвесторов, которые будут, понимаете, даже отношения, первое мнение уже о станице, оно тоже дает свои плоды. Бжедуховцы смогли задать интересующие их вопросы как главе поселения, так и главе района и получить ответы. А местные депутаты дали оценку работе главы и депутатского корпуса, а также пожелания гостям из района. Так как глава у нас молодой, скажем так, работает всего 4 месяца, и мы, депутаты, работаем вместе с ним 4 месяца. За эти 4 месяца подвижки были очень хорошие. Мы надеемся, что наш глава, мы вместе с ним, конечно, и все население Бжедуховского сельского поселения, и, конечно, Белореченск поможет нам, и ему самое главное. В общем, мы решили признать удовлетворительную его работу.